«Сделаем родной город чистым вместе» мэрия официально объявила о старте двухмесячника по улучшению парков, скверов и дворов областного центра. Массово выйти с метлами и совками наперевес власти планируют 28 апреля. 29 числа состоится экологическая игра. В эти дни желающим убраться будет выдан необходимый инвентарь. На информационном портале Иваново.РФ есть возможность предложить место для уборки территории в рамках общегородского субботника. Его модераторы включат в перечень для голосования. Что касается желания жителей привести после зимы в порядок дворы родных многоэтажек, это только поощряется, правда, с ограничениями. Собственники обязаны обеспечить вывоз мусора собственными силами и средствами. То есть это как, допустим, заказать бункер, то есть в котором можно весь мусор это поместить и вывести. Опять же, хотел обратить внимание на то, что не рекомендуется, точнее запрещено, осуществлять сжигание мусора в этот период.